Отличный день для общения. Очень разным людям легко будет поладить, а те, чьи взгляды и интересы схожи, быстро понравятся друг другу. Вероятно, начало романтических отношений, которые подарят много ярких эмоций. День подойдет для того, чтобы отправляться в поездки, посещать какие-то необычные места. Сегодня будет много интересных дел, появится возможность заняться чем-то необычным и увлекательным. При этом важно избегать переутомления, оставлять достаточно времени на отдых. Лучше избегать любых излишеств, сегодня их влияние на организм может быть особенно пагубным. Овен – отличный день для того, чтобы делиться идеями и проявлять инициативу. Ваши идеи многим придутся по вкусу. Их оценят даже люди, которые прежде не испытывали к вам симпатии. Захотят подружиться те, с кем вы раньше не ладили. Интуиция поможет вам правильно вести себя со всеми. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. Не спешите с решениями, старайтесь не тратить слишком много. Подумайте дважды, прежде чем делать какие-то необязательные покупки. Возможно, вы поймете, что без некоторых вещей легко обойтись, а деньги стоит использовать для чего-то более важного. Телец, если вы запланировали на этот день что-то важное, будьте готовы проявить настойчивость. Не все будет сразу складываться так, как хотелось бы. Порой соблазн бросить начатое будет очень силен, но позже вы не раз похвалите себя за то, что не поддались ему. Будет шанс справиться с тем, что долго не получалось. Некоторые тельцы добьются даже лучших результатов, чем ожидали. День будет благоприятным для решения финансовых вопросов. Тут вы не ошибетесь, деньгами распорядитесь правильно. Полезно будет подумать о работе. Возможно, вы поймете, что нужно предпринять, чтобы в ближайшее время одержать важные профессиональные победы. Близнецы, вы сделаете много полезного. Звезды вас поддержат и хорошо получится даже то, что прежде казалось очень сложным. День подойдет для поездок, они будут легкими и неутомительными, оправдают ваши ожидания, оставят приятные воспоминания. Можно отправляться в дорогу вместе с любимым человеком. Вы отлично проведете время, о многом поговорите, лучше узнаете друг друга. День будет благоприятным для творческих занятий и для учебы. Вам легко будет запомнить новую информацию, сделать из нее правильные выводы. Некоторые близнецы познакомятся с людьми, чей опыт вскоре окажется полезным. Рак, появятся необычные идеи и новые планы. Положитесь на интуицию, она подскажет, как вам стоит себя вести, на чем сосредоточиться в первую очередь. Наблюдательность и способность замечать мелкие детали вам очень пригодится в середине дня. Благодаря ей вы и сами не допустите ошибок, и другим поможете избежать их. День подойдет для разговоров о важных делах. Удастся спокойно обсудить то, из-за чего раньше было много споров. Вам поймете, чего ждут от вас окружающие, на что рассчитывают и о чем мечтают. Станет совершенно ясным то, о чем прежде можно было только догадываться. Лев, многие проблемы, возникшие раньше, сегодня решатся неожиданно легко. Вы поймете, как нужно действовать, найдете кратчайший путь к цели. Будет шанс осуществить какие-то давние планы или успешно завершить дело, которому было отдано много сил. Вас охотно поддержат знакомые, вы постараетесь не остаться у них в долгу. Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции, сегодня она поможет найти ответы на какие-то очень важные вопросы. Решения, принятые до конца дня, останутся верными. Позже окружающие наверняка удивятся вашей предусмотрительности и проницательности. Дева, ваши отношения с окружающими могут заметно измениться. Вы не захотите скрывать свою точку зрения, поэтому можете задеть кого-то резким высказыванием. Но прислушиваться к вашим словам все сегодня будут особенно внимательно. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно ошибались. Не исключено, что на смену неприязни придут симпатии и взаимный интерес. Возможно, начало необычной и захватывающей романтической истории. Стоит быть внимательнее во всем, что связано с деньгами. Возможно, ошибки в расчетах, которые станут причиной лишних расходов. Весы, день будет очень беспокойным. Едва ли вам сегодня удастся действовать по плану. Вероятны какие-то неожиданные события, известия, из-за которых вам нужно будет заняться чем-то совершенно новым. Вероятны денежные поступления, выгодные сделки. Спонтанные покупки будут удачными. Вторая половина дня будет особенно благоприятной для общения. Хорошо пройдут встречи с самыми разными людьми. Вы поладите даже с теми, кто прежде крайне неохотно шел на контакт. Встреча с друзьями подарит массу ярких впечатлений, да и романтическое свидание наверняка запомнится надолго. Скорпион, старайтесь не относиться легкомысленно даже к привычным и хорошо знакомым делам, никогда не вызывавшим затруднений. Серьезный подход сегодня необходим для успеха, именно благодаря ему вы преодолеете любые преграды, которые могут возникнуть на пути. Скорее всего, вам придется действовать самостоятельно в первой половине дня.
Помощь вы получите чуть позже. Вторая половина дня подойдет для обсуждения важных вопросов. Может выясниться, что многие вас поддерживают, хотя прежде и не говорили об этом. Вероятно, неожиданное, но очень заманчивое деловое предложение. Стрелец, постарайтесь не переживать из-за мелочей. Сегодня не все будет идти гладко, но серьезных проблем наверняка не возникнет. Будет возможность успешно завершить дело, которым вы отдали много сил. Некоторые стрельцы к тому же поладят с теми, с кем прежде спорили, и обзаведутся новыми друзьями. Лучше не спешить с покупками, особенно если вы не планировали их раньше. Сейчас вы можете потратить значительную сумму на то, без чего легко обойтись. Позже вы будете сожалеть о таких расходах. Не стоит ли давать обещания, не убедившись, что вы сможете их выполнить? Козерог, вы успеете многое. Интуиция подскажет, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь, а что можно отложить. Вы не станете тратить силы напрасно, не будете отвлекаться на мелочи. Такой подход очень понравится окружающим, они наверняка предложат вам помощь. Не отказывайтесь, с общего дела может начаться долгая дружба. День подходит для активного отдыха, занятий спортом. Хорошо сложатся поездки, особенно если вы будете планировать их самостоятельно и постараетесь учесть все мелочи. Близкие охотно составят вам компанию. Водолей. Хороший день для встреч с друзьями. Общение с ними поднимет настроение и натолкнет на какие-то интересные мысли. Вероятные новые знакомства. Вы произведете сильное впечатление на всех, кого встретите сегодня. Кто-то может влюбиться с первого взгляда. Возможны удачные сделки. Не исключено, что вы найдете источник дополнительных доходов, с кем-то договоритесь о сотрудничестве. На вторую половину дня лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного. Лучше всего это время подойдет для спокойного отдыха и общения с людьми, которые хорошо вас понимают. Рыбы, не горячитесь. Сегодня особенно важно сохранять самообладание и миролюбивый настрой. Именно они помогут вам избежать напряженных моментов в общении с близкими, поладить с людьми, которые сегодня особенно остро реагируют на любые пустяки. Обсуждение важных вопросов стоит отложить до второй половины дня, в это время договориться будет проще. День хорошо подойдет для того, чтобы размышлять о будущем и строить планы. Вы можете догадаться, как будут развиваться события, что предпримут окружающие, как и изменятся ваши собственные цели.